Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня мы представляем вашему вниманию обзор эфирного масла сосны. Хвоя относится к вечнозеленым деревьям и насчитывает более 120 видов сосен, эфирные масла которых славятся своими целебными свойствами. Не все знают, что для получения всего 1 кг эфирного масла хвои необходимо переработать аж 500 кг свежей хвойной древесины. С давних времен хвоя широко и повсеместно применялась в народной медицине, главным образом благодаря ее уникальным свойствам – антисептическое, противовоспалительное, общеукрепляющее, дезинфицирующее, восстанавливающее, антимикробное, ранозаживляющее, болеутоляющее. В современной сфере индустрии – пищевая, парфюмерия, косметология, мыловарение, ароматерапия – также высоко оценили характеристики эфирного масла. В парфюмерии используется для создания насыщенных древесных композиций. Эфирное масло сосны отличается сильным и стойким ароматом. Можно найти ему достойную пару для ароматического ансамбля и уже тем более конкурента, чтобы хотя бы слегка заглушить звучание хвои. Тем не менее, достойную партию эфирному маслу сосны могут составить следующие масла. Эфирное масло розмарина, эвкалипта, цейлонской корицы, лаванды и чайного дерева. Для смягчения аромата хвои допускается успешная комбинация с эфирными маслами герани, ладана, пачули, бергамота и нероли. Вот такой бутылочке мы отправляем эфирное масло сосны нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!